Ну и во-вторых, конечно, политический момент присутствует. Мы это все прекрасно видим. Видим, как просто выкидывают наших спортсменов, которые мы точно знаем, что их проверяют гораздо чаще, чем всех остальных спортсменов в других странах. К сожалению, сейчас большой спорт – это политика. Вот. И от этого никуда не деться, просто нужно как можно быстрее понять, что это так, принять эти реалии, и за своих спортсменов нужно биться. То есть нельзя отпускать. То есть, если говорят, что наши спортсмены принимают допинг, и мы такие, да-да-да, ладно, извините, нет. То есть если этого нет, значит этого нет, нужно биться до конца. В том, что мы отстанем от остальных спортсменов, будем где-то далеко сзади. Ну и ребята, которые положили всю жизнь на то, чтобы попасть в олимпийскую сборную, они очень теряют свою лучшую группу. То есть, ну, как бы их труд напрасен.